У нас сегодня в гостях Тома. Тома, поздоровайся. Добрый день. Мы будем проводить занятия по обучению лошади в руках и чуть-чуть продублируем верховую работу. У нас у Тома интересовалось, как научить лошадь вот возле ступеньки спокойно стоять. Тоже поработаем отдельно, если успеем, конечно. Ну, хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. Ну, это если сегодня. Можем просто после тренировки потом. Можем. Так, мы лошадку размяли на кордочке, чтобы она выпустила лишнюю энергию свою, расслабилась, потому что кобылка такая достаточно подвижная. И даем лошадке побегать чуть-чуть, чтобы она успокоилась. Сейчас лошадка прошагнет, и мы подберем, будем заниматься в руках.